Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, крашу я яичко, ведь Пасха скоро, уже сегодня. Вот какой красивый, ребята. А вам нравится? Ставьте лайк. Пошёл, что? Ты что, яйцо? Пушок, что ты натворил? Я яйца красил. Ну, яйца красится же. Ведь. Не так ведь яйца-то красятся. А как? А с помощью специальной краски. Вот такой вот краски. Ребят, вы знали про такую краску? Если знали, то пишите в комментах. Я думаю, все про нее знали. Да, ребята? А ты, Пушок, сиди. Сейчас все будет. Миша, а что ты с таким интересом там сидишь? Небудь на сайты для взрослых зашел? Так. Что? Окей. Пушок. Миш, что ты там делаешь? Пушок. Отстань сейчас. Ой! Чёрт! Пушок, ну что там? Мелкий извращенец. Бывают вещи порнуха смешные, а бывают вещи просто интересные игры и развлечения. Вот. Ну вот я и говорю, интересная порнуха. Пуша, хватит. Лучше давай научу тебя яйца красить. Давай. Миша, а у меня есть шоколадные яйца. Сможешь их покрасить? Пуша, ты чё? Ты, они у тебя из твоей... Фу, я даже к ним прикасаться не хочу. Из твоего мелкого пушиного зада вывалились. И ты что на камеру показываешь мои принадлежности? Ну так можно их покрасить? Нет. Ничего не получится. А сними еще их распаковочку. Хорошо, сейчас распакую их. Пушок, для начала надо яйца сварить. Ой, лишняя трата времени. Сейчас нам мама сделает, сварит яйца, да, мам? Да. Снимать меня совершенно не обязательно. Ну окей, друзья, а пока у нас варятся яйца, можно снять и распаковочку киндеров. Смотрите, вот такой вот в хорошем качестве киндер Христос воскрес, как бы он странно ни назывался, да, такой вот на Пасху прямо. А и вот в таком вот плохом качестве, как я его открыла, он сразу развалился, киндер забавный сюрприз. Да, ну, видимо, шоколад по качеству просто очень забавный. Обозраться. Давайте попробуем их. Вкусный? Ну, естественно, шоколад везде вкусный. Они стебутся? Мам, посмотри. Открыл киндер, там пусто. Какой? Христос воскрес. Просто шоколадное яйцо без сюрприза. Ребята, это шоколадное яйцо без сюрприза. Пуш, представляешь, как нас на Бали без Е. Простите за выражение, ребят. Да, это очень плохо. Вот еще, ребята, Христос воскрес.
про него говорят всякую, типа он хороший, но ему, видимо, не всегда можно верить, ребята. Если честно, меня такое яйцо только оттолкнуло от Бога. Но шоколад вкуснее. Это более похоже на Киндер. Это игрушка, которая была в сюрпризе. Открываем. Ну, естественно, девчачий слоник. Потому что само яйцо... Роза девчачья, тут какая-то вкладыш, какие-то всякие сувениры. Всякие хери. Вот надо собирать вот такие вот листики, не знаю, чашечки, кружечки, чтобы своих кукол сыграть. Господи. Господи! А тут так вообще вот нету игрушки. Ребят, скажите, как вы думаете? А ведь шоколадное яйцо без игрушки. Или так и должно быть. Или это просто такое яйцо попалось. Как вы думаете лично? Скажите мне. Пишите в комментариях обязательно. Не забудьте. Сейчас я этот чайник соберу. Вот такая вот нам девчачья херь попалась. Хотя, может быть, девочкам понравится. Так что не буду обижать слух моих подписчиц. Так вот, я, ребята. Я сейчас не сказал, так вот, яйца. Ребята, так вот, наши яйца сварились. Вот такие вот они красивые. Вот. Такие вот яйца. Миш, дай посмотреть. Сейчас я тебе. Сейчас я тебе дам. О, какое оно красивенькое. Эх. Пушок. Что, Миша? Может, не надо? Помнишь, как это закончилось на Пасху? Ой, да, этот мячик не подходит для игры. Ой, в смысле? Ой, сорян, ребята. Ой, да. Мы... Пушок, вот как на Масленицу. Не на Пасху, а на Масленицу. Ой, да, я тоже до конца не понял, про что ты говорил. Да, блин. Ну, я просто не готов ко всему этому. Ну, так вот, помнишь, как было на прошлом празднике, на Масленице? Помнишь, как ты с яйцом уроднил его? Ну да, вот я сказала, этот мячик не для игры. Для начала, ребята, разливаем таблетку. Раскладываем. Как-то я странно сказал. Вот. Во всем емкостям... Куда мы уже уксус налили. Очень приятный по запаху. Уксус? Смотри-ка. Если честно, мне обычно запахи фу нравятся. Окей, вот сюда кладем оранжевенькую. Ребят, смотрите, какой процесс. Теперь кладем вот такую вот красненькую или бордовую. Ну, там несколько бордовых. Вот. Она еще темнее. Теперь кладем синюю. Еще одну бордовую. Или это уже красная, да, ребята? Еще одно, это голубая. Последняя будет розовенькая.
Кстати, ребят, видео про вопросы уже очень скоро. Главное, ребята, чтобы вы набрали 20 вопросов. Теперь, в общем-то, это надо все перемешать. А, это оранжевое. Пуш опять куда-то пропал. Пушок, ну посмотри, разве не красота? Еще какая красота. Сейчас, ребята, всем фанатам Бенди я сыграю Build Our Mansion. Так сейчас надо понять звуки. Или вот так. Ребят, вот, слушайте. Убери. Что убери-то вообще делать будем, нет? Давайте, я покажу. Вот, ребят, вот такие вот три емкости, где мы сейчас будем музыку. Будем музыку. Что музыка? Будем музыку. Русский не родной. Ну как, похоже на Build Our Mansion? Мам, не надо, а то слышно. Ставьте лайки. А теперь споем, давайте Brothers in Arms. Точнее, не споем, а сыграем. Не знаю, как что это получилось. Вот наши яйца. Но, в общем-то, сейчас это мы будем делать. Так вот, ребята, вот так нам тебе надо все повыше залить. Повыше. Еще выше. Окей. И теперь. Аккуратно, только аккуратно, смотри, не разбей. Теперь вот так берем и вот в такой вот штучке надо класть яйца. Если честно, зачем это делали, в этом нет необходимости. Когда можно все легко ложкой. Угу. Вот такие вот яйца, ребят, у нас получатся прекрасные. Вот такое вот синенькое, оно застряло. Можно? Давайте пока. Ух ты, какое горячее-то, а. Ух, какое горячее-то яичко-то, а. Если вы правда думаете, что есть необходимость в этой штуке, то пишите в комментах, я обязательно почитаю. Я не то, что всякие там виндяи, познаватели, ивангаи. Эти знаменитости, блин, никогда не отвечают на комменты. Я не знаю, почему, ребят. Может быть, им просто похер говорят, то, что вот есть факт о том, то, что... вот смотрите, просто много очень комментов, а они не читают. Вот. И вот смотрите, ребят. Ну, они говорят, что типа читают все. Если честно, я сам задумаюсь по этому поводу. Еще с 2000-х годов. Ага, прекрасно. Сейчас вы подумали. Миша, ты об этом задумался, когда еще не существовало Ютуба?
Ну, если вы это знаете, конечно. И когда еще тебя не существовало. Потому что... Потому что мне 10 лет, я родился в 2007 году. Все логично так. Окей, вот еще два яичка, которые надо покласть вот сюда. Покладем мы яйца, яйца, яйца. Блин, звучит все так упорото. А вот тут уже нет. А вот тут нет. А вот тут нет. А вот тут... Все, уже поздно кладем. Окей, ребята, вот такое вот яичко. Вот уже. В общем-то, яйца получатся изумительные. Да, Пуша? Да, конечно. Яйца получатся очень хорошие, ребята. Держите кулачки. А кто не сумеет задержать кулачок, тому надо тренироваться. Или... Что я сказал? Вот именно, что ты сказал? Ай, да что меня так бросаешь? Ой, прости, пожалуйста. Вы же тут командир Пушок? Да, я командир, я король, за мной надо бережно относиться. Ай, лайку пида поди гина макарена, и мен ми пала и вари вира кусамена. Ай, лайку пида гина макарена, и макарена. Пушок, что ты делаешь? Я вызываю подписки и лайки. Что-то странное у тебя. Вызовы подписок и лайков. Да, еще я вызываю, чтобы в этом году у всех в этот день была очень хорошая Пасха. Потому что мы вас с Мишей любим. Да, конечно, любим. В прямом смысле слова. Но не в прямом же. Ага. Иначе на канале бы было очень много геев и лесбиянок. Миша, хватит! Вот такие у нас яйца, ребята. Так вот, берем вот это желтое яичко. Вот это желтое. Ребят, желтый, кстати, ходит в топ моих любимых цветов. Если он ваш тоже любимый, обязательно ставьте лайк. Фу, какой-то я странный показываю лайк. Лайк, лайк, лайк. Конечно же, лайк и подписка. А иначе никак. После желтого. Нельзя? Не обязательно. Окей, ребята. Потому что он яркий, даже незаметно, да, мама? Да. О, смотрите, а вот это даже еще не покрасилось. Нельзя. Что оно такое странное? Яйцо! Ты какой-то, не знаю, странный, все остальные взялись такие, а ты не взялся. Не будь там плачешь, тебе одному одиноко. And the dark is my friend. I thought I'd touch you again. Пуша, а для тебя у меня есть вот такие вот яйца, свечки. Смотри, как их много. Вот, даже зеленое вот такое. Ура, круто! Зажжем их? Конечно! Ой. Что ой? Не могу потерпеть ой. Я ж забыл, у нас нету зажигалки. И мы не зажжем свечку? Обязательно зажжем. Надо сходить в магазин и купить. Ребята, простите за то, что нет зажигалки. Да, давай любоваться яйцами. Вот. О, тут еще и куличик. Да. Пушок, ты сейчас будешь есть? Хватит лизать кулич. Ну, если не нравится, то что? Хватит, Пушок, ты всю Пасху испортишь. Ох уж хулиган. А у меня, кстати, есть квасик. О, квасик, люблю квасик. Ребята, а обычно пост бывает с февраля по апреле до Пасхи, но я об этом не узнала. Так что я решил сделать в этот день, сегодняшний, в один день Пасхи, постик небольшой. И купила такой вот квас.
вкусно. На этом все пока. Всем пока, дорогие друзья. Желаем вам с Пушком. Мы с Пушком желаем вам удачи. Да. И передаем привет всем. Даниилу Токареву, Денису Козлову, Ленди Бенди, Мангл круче всех. Еще кто там есть? Ежику Шэдоу. И всем моим друзьям. Надеюсь, вы все посмотрели эти видео. И, кстати, теперь по поводу просьбы. К сожалению, Денис Козлов видео про Соника Экзе не выйдет. Потому что я его записала, но оно удалилось, как я играл. Вот. Ну ладно, ребята. На этом всем пока, да, и желаем удачи всем остальным подписчикам моего канала, всей тысячи, да, Пушок, да, даже тем, кого я не знаю, ведь я многих не знаю, многие мне не пишут. Ладно, ребят, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, всем приветик, всем приветики. И до скорой встречи. И с Пасхой. Обязательно вас всех с Пасхой. Да, ребята, новые видео уже завтра. Всем пока.